Все январские игры чемпионата наш «Зенит» проведет на уезде. 7 января с «Енисеем», 15 января с «Газпромом» Югра, 21 января с «Нефтяником». Кроме этого, пройдет две игры в Лиге чемпионов. 12 января в Берлине с местным Берлином, а 25 января в Сибур-Арене с Байкониной. Следующий домашний матч чемпионата «Зенитовцы» проведут 1 февраля в Академии волейбола Платонова с московским «Динамо». Начало в 19 часов 30 минут. Познакомьтесь с составами команды. Юрасов Лор. Главный тренер, мастер спорта Валерий Песковский. Тренер Юрий Кодищев. Номер 2 – Савелий Поздняков. Третий номер – Юрий Цыпков. Номер 5 – Максим Сапожков. Шестой номер – мастер спорта Максим Шпилев. Номер 7 – Юрий Синица. Восьмой номер – мастер спорта Руслан Галимов. Номер 10 – Максим Крескин. Одиннадцатый номер – капитан команды Валентин Кротков. Номер 13 – Ярослав Верный. Номер 14 – мастер спорта международного класса Алексей Плужников. 18 номер – Максим Шкредов. Номер 21 – Данил Домлевшин. И 23 номер – Назар Литвиненко.